Добрый день, уважаемые коллеги. Приветствуем вас из Новосибирского крематория. И, пользуясь случаем, хотим пригласить вас на проект, который в скором времени пройдет в городе Минске. Выставка «Мемориал камнеобработка». Наша компания «Лукмедиа» приглашает вас совершить вояж в прекрасный город Минск, посетить эту выставку, заглянуть к нам на стенды номер 30 и 44. Мы будем представлены в холле и в основном зале, где вы сможете познакомиться с нашей литературой, сборниками эпитафии, книгами по обработке камня, различной литературой полезной для работы любого ритуального бюро, похоронного дома. Там вы сможете узнать больше подробностей о нашей деятельности. Она очень специфична. Мы создаем контент на тему смерти, похорон, ритуала. При вашем желании создать какой-то видеофильм о вашем предприятии, мы охотно вам в том поможем. На этой выставке также будет представлен город Новосибирск, Борис Якушин будет представлять Новосибирский завод специальных изделий и выставку «Некрополь». И выставку «Некрополь». Передаю ему слово. Дорогие друзья, я вас приглашаю также посетить уникальную, интересную выставку «Мемориал», которая пройдет 16-18 февраля в городе Минске. Из моих впечатлений это очень масштабная, очень интересная, своеобразная, очень многофункциональная выставка, и, конечно, на ней быть нужно обязательно. Я в этом году буду в качестве преподавателя, также приглашаю вас на курсы повышения квалификации, курсы агента, и также там вы можете посетить другие многочисленные образовательные программы с точки зрения реального консалтинга, с точки зрения подготовки тела будут небольшие семинары по 3D планированию памятников и так далее, и так далее. Поэтому это уникальное событие. Буду очень рад с вами пообщаться, с кем-то познакомиться, поделиться опытом и получить ваши впечатления. До встречи. Я продолжу. Во время работы выставки «Мемориал камнеобработка» будут также проведены конкурсы, посвященные ритуальной флористике и изготовлению памятников по заданной теме. В этом году организаторы выставки хотят озадачить участников этого конкурса созданием персонифицированного какого-то памятника на тему «Молодой человек, кем он был при жизни». Рыбак, охотник, гитарист, музыкант, певец. Будет очень интересно. Ну и хотим добавить, что так радушно, как в Минске, не встречают нигде. До скорой встречи. Подписывайтесь, ставьте лайки на Лукмедиа.